Кто управляет энергетической инфраструктурой Казахстана? Куда направляют профицит энергии? И когда был зафиксирован максимальный объем потребления электричества? Об этом и не только знают в Национальном диспетчерском центре. Уже три десятка лет его сотрудники отвечают за всю энергетическую инфраструктуру республики. Мои коллеги побывали в центре и своими глазами увидели одну из самых напряженных во всех смыслах работ. Вот так выглядит Национальный диспетчерский центр системного оператора. Именно отсюда ведется управление всей единой электроэнергетической системой Казахстана. На плечах этих людей гигантская ответственность. Они обеспечивают централизованное оперативно-диспетчерское управление режимами производства, передачи и потребления электрической энергии, а также управление режимами межгосударственных перетоков. Кроме того, ведение диспетчеров функции по предотвращению, локализации и ликвидации технологических нарушений в ЕАЭС страны. И это далеко не весь круг их ответственности. Суммарное потребление Республики Казахстан на данный момент составляет 14 580 мегаватт, генерация 15 100 мегаватт. Максимум потребления был за 2021 год был зафиксирован 26 ноября на 19 часов, и это вышло 15 529 мегаватт. Стоит отметить, что отечественные энергетики работают в тесной связке со своими российскими, узбекскими и кыргызскими коллегами, так как энергосистемы трех стран функционируют параллельно. В случае нехватки или, наоборот, профицита энергии, государства помогают друг другу. Благодаря нашей компании и нашему труду в каждом доме Казахстана есть тепло и свет. Мы испытываем гордость. Благодаря слаженной работе энергетиков потребители республики обеспечиваются электроэнергией круглосуточно. 365 дней в году, а оперативная обстановка в республике оценивается как нормальная. Андрей Деминок, Нургали Мамурбаев, Хабар 24.